Привет всем, ребят. Привет. Ух, где была-то я? Где я только не была, но в основном в постели. Да, всю прошедшую неделю я не вылезала из постели, потому что у меня была ангина, и мы с ней барахтались. Бог знает, как мы барахтались. Черт подери, как же мне надоело уже эта немощь. В общем, да, разболелась я как следует, как дура разболелась. Сейчас я уже практически поправилась, процентов так на 80. Осталось только... Сейчас стерла помаду, да? Я просто накрасилась первый раз с момента ВК-феста. Забыла, что это такое. И так осталось только донимающий меня по утрам и вечерам кашель. Я не удивлюсь, если приступ начнется прямо сейчас, и я тут буду как бабка, как бомжа-бабка раскашливаться, поскольку уже очень поздно. Я помыла голову, опять же, первый раз после ВК-феста. Я вспомнила, что это такое, чистая голова. Намазала гудок, глазья. И вот я перед вами. Привет, ребята, пока ангина. Собственно, привезти я умудрилась ее из Берлина. Я когда там вернулась, числа 11-го, наверное. 11-го или 12-го. Вернувшись, успела заразить свою подругу, которая потом по цепочке передала мою ангинушку. Как каждая уважающая себя болеющая. Ладно, что-то я заболталась про болезнь. Реально, как бабка. Что у нас еще было за прошедшие дни там? Та-та-та. ВК-фест у нас был, где я побывала в субботу, 15 числа. Я там толком не поснимала, на самом деле, потому что чувствовала себя хреново, и состояние находилось достаточно помятым, но атмосфера мне там очень пришлась по вкусу. Я еще погляжу, что там по видосам, и, скорее всего, я надеюсь, сделаю отдельное видео, может, и небольшое, с отрывочками и со своим мнением. А к ВК-фесту к нам сюда в Питер приезжали Алина Рин и Денис Вилав Геймс. Мои хорошие. Провела я с ними время. Туда-сюда мы сходили. Они мне тут даже помогали перестановочку делать в комнате. Как видите, сейчас все иначе. Вот эта вот восхитительная кривая балка, это меня не устроили. Это мой антураж для влога на стуле. То есть там вообще по умолчанию хромакей. И она не касая по умолчанию, да. Это все стоит. Вот так стоит! Все нормально. Гирлянду я присобачила. Я просто видела, что все уважающие себя люди, которые разговаривают с камерой, они вешают сзади гирлянду. А у меня гирлянда была. Она была прилеплена в спальне. Это вот там. В спальне на стене, разумеется, на скотч. И я сейчас вот отдирала перед съемкой. Вся стена теперь в скотче. Ну, у меня ума хватает только, чтобы на скотч налепить. А, сейчас тут без скотча. Без. Кстати, напишите, как вам вот это вот то, что сейчас сзади для снятия говорящей головы. Как вам? Не перегружено? А то у меня ощущение, что я, как говорится, все самое лучшее сразу надела. Там, блин, Цезарь, конечно, все закрывает. Там у меня даже... Нет, в какую сторону двигаться, чтобы вы видели? О, у меня там даже велик. Ну, на этот раз не тот велик. Не одноколесный, а двухколесный складной Стрида. Жалко, что я больше не связана с их продажей. Было дело. Так бы сейчас, может, что-то подзаработала. Так вот, о чем я там? Отлично, мы провели время с Алиной и Денисом. Собирались даже вместе постримить, но... К сожалению, по стечению обстоятельств этого не произошло. Ждите меня в гости с ответным визитом, ребята, в Москву. Ха! Мне кажется, я их сейчас напугала, и меня больше не ждут. Эх. Вот, сейчас я подавила кашель. Прыгая с темы на тему, не могу не вернуться к ВК-фесту и не отметить, как я была счастлива повидать вас, блинчики. Тех, кто дошел до ВК-феста, нашел там меня. Чертовски приятно мне было. Кто-то из вас потом мне писал в комментариях, что постеснялся подойти. Это вы зря. Вы чего, не стесняетесь? Я же вообще не страшная. Ну, в смысле, да, я бываю страшная, но... Не в том смысле.
Подошли бы, а? Я бы с радостью поболтала бы, сфоткалась. Мне это доставляет огромное удовольствие. Подходите в следующий раз. Очень буду рада. Если просто на улице встретиться, тоже подходите. Так, про Вакафес сказала, про Ангину сказала, про Алину с Денисом сказала. Что я делала во время болезни? Это я опять же вернусь к Ангине. И это будет вам дополнительно лайфхак. Чем заниматься во время болезни? В тот момент, когда меня настиг жуткий конъюнктивит. Слабо написать это в комментарии правильно. Конъюнктивит. Тонзиллит. Конъюнктивит. Тонзиллит. Попробуйте. Так вот, когда меня постиг жутчайший конъюнктивит, с которым я сталкивалась последний раз, наверное, в детстве, я поняла, что единственным развлечением для меня будет прослушивание аудиоспектаклей моих любимых. Всякие там Агаты Кристи, Конан Дойли пошли. Именно вот не аудиокниги, а аудиоспектакли, где роли отыгрываются несколькими актерами. Это просто потрясно. Раньше по радио были подобные радиошоу, а сейчас все кануло, блин, в лету. Никому не нужно вообще. Слушают все всякую санину. Я, кстати, когда была в Москве? В мае. Ехала в Uber, и там водитель ставил радиокнига, по-моему, так называлась. Сейчас в голосах тут. И вот, да боже мой! И там как раз нон-стопом читались аудиокниги. То есть читались книги. Ртами. Голосами. В Питере нет такого радио. Я позавидовала вам, москвичи. Это очень здорово. Я обеими руками была бы за, если бы подобные форматы вернулись. Но, похоже, сейчас они действительно никому не нужны. Так вот, значит, аудиокниги, а лучше радиоспектакли. И еще я позволила себе перетащить PlayStation 4 в комнату, подключить к телеку и купить Tales of Berserkia. Я понимаю, что вы это не очень захотите смотреть, поэтому для канала это не подойдет. Так что я, значит, так вот, подушки подложив, возлегала. Сейчас подбородок вот так. С подбородком возлегала и играла в свое удовольствие. Уже я даже не помню, когда последний раз просто валялась и просто играла. А нет, помню. Ну, да, не так давно это было. Сейчас я мысль теряю. Мы её теряем. Мысли я потеряла. Как бы там ни было. Ребят, я возвращаюсь. Вспомнила. Вот, да, я говорила про подушки, про второй подбородок. И хотела объяснить присутствие слова «жопа» в названии этого видео. Дело в том, что я жрала в три горла. И не занималась йогой с момента отъезда в Берлин. Про Берлин тоже будет видео в дальнейшем. Это жрало жопу. Вот все. Да. Вы же помните, что есть и не толстеть нельзя. Да. Это такая жалоба с моей стороны. Далее. Расскажу, что вас ждет в ближайшие денечки. Ибо, как я упомянула выше, в тот момент, когда забыла мысль, я возвращаюсь в строй. Сегодня в 14.00... Что волосы лезут? Все больше не лезут. Сегодня в 14.00 нас ждет стрим по пятнице 13. Играть будем вместе с блинчиком, вместе со зрителями. Я вам задолжала уже два таких стрима, да. Сегодня вместе поиграем в пятничку. В субботу, ребята, у нас с вами будет внезапный для вас благотворительный стрим на Ютубе. Он будет проходить исключительно на Ютубе и будет исключительно благотворительным. Это крупная акция Ютуба. Мне очень приятно, что мне предложили к ней присоединиться. Я с огромным удовольствием это делаю. Все средства, собранные во время субботнего стрима, будут направлены в фонд. Я вот не ошиб... Блин, сейчас я, чтобы не ошибиться с названием. Фонд «Жизнь». Как я могла ошибиться названием?
Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями в области онкологии и онкогематологии. Ну, собственно, там несколько было фондов на выбор. Для меня вопрос вообще не стоял. Если есть возможность каким-то образом поддержать борьбу с раком, выбор для меня очевиден, потому что это такая гнида, это такая сволочь. Это бич. Бич нашего времени. Ладно, я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Слишком личная. Как бы там ни было, в субботу нас, вас, всех, всех нас ждет благотворительный стрим на Ютубе. Ребята, именно на Ютубе. Начнется он в 14:00, а игра — это будет долгожданная вами игра. И так как Until Dawn мы уже прошли, вы можете предположить, что это будет, а? А? Напишите в комментариях, как вы думаете, что это будет за игра. И да, конъюнктивит, тоже напишите. Ну, что, встретимся уже в 14:00 сегодня. До скорого. Ой, звон чашки.